Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей странички в Фейсбуке, где продаются все данные монеты в этом видео и в других моих видео. Сегодня у нас предоставлена такая вот небольшая подборочка монет Израиля. Итак, и начнем наш быстренький коротенький обзорчик по данным монеткам. Первая наша монетка — это Израиль, 5 агрот, 1999 года. Вот, год определяется по вот этим вот иероглифам снизу, иврите. Вот. Тут только по-английски агрот написано. Это 5 агрот. Вот. Такая вот прекрасная монетка. Материал данной монетки у нас алюминий бронза. Гурт гладкий. Вот. Видите, ничего нету. Такая вот у нас монеточка, 5 агрот, довольно такая интересная, особенно вот эта выбитая старая ходу монетка, вот Израиль. Следующая наша монетка, более такая распространенная, это у нас 10 агрот, вот год тоже определяется по вот этим иероглифам снизу, вот. Разновидностей очень много, гурт у нас гладкий, здесь у нас такой вот семисвечник. Израиль, такая вот монеточка, алюминий, бронза, материал. Следующая наша монетка, такая вот маленькая, это у нас один новый агора, год 1980, определяется вот по этим иероглифам снизу. Вот. Монетка у нас уже алюминиевая, гурт гладкий. Здесь вот изображена пальма. Вот. И по ивриту написано про монетку. Такая вот прекрасная монетка. Кому надо в коллекцию, заходите. Ссылочка в описании на мою группу в Фейсбуке. Можно будет заказать. Следующая наша монеточка. Это у нас 1/2 шекеля. Вот год тоже определяется вот понизу. Посмотрел я по каталогу. 1980 год. 5740 год по-еврейски там, календарю какому-то. Такая вот монеточка. Гурт у нас ребристый. Здесь вот такое вот красивое изображение льва. Просто шикарная монетка. Материал монетки у нас мидный никелевый сплав. Вот. Государство Израиль. Следующая наша монетка. Это у нас 1 шекель, вот, Израиль, вот по этим вот иероглифам определяется, вот эти вот первые слова, определяется год монеты, по каталогу это 1981 год, по еврейскому календарю 5741 год. Вот, мидный никель сплав, ребристый гладкий мед. Делянками по-украински. Такая вот монетка, здесь у нас изображена чаша. И на еврейский что-то написано сверху, на иврите. Такая вот прекрасная монета, интересная. Кому надо в коллекцию, можете меня ее спокойно заказать. По ссылочке перейдите в Facebook, и там есть все монетки. Следующая наша монетка, это 5 агрот, 1974 год, пишется вот по нижней надписи, вот по нижним иероглифам определяется год, материал у нас алюминий бронза, желтый цвет, даже здесь есть такой вот желтенький, гурт у нас гладкий, здесь у нас такие вот изображены, что-то более похоже на гранат или что оно такое. Я не знаю, может тут по иврите что-то написано. Вот. Такая вот прекрасная, интересная монетка. Кому интересно, по ссылочке в описании заходите в группу. Там можно все посмотреть и узнать цены. Следующая наша монетка, это 10 агрот. Вот. Год у нас снизу вот написан. По каталогу 1972, по ивриту 5732 год. Вот гурт у нас гладкий. Здесь изображена пальма.
Вот. Такая вот интересная монетка. Материал у нас алюминий-бронза. Без изображения звезды Давида на аберсе монеты. Вот. Такая вот по каталогу монетка. И последняя на сегодня монеточка. Это у нас 1/2 лира. Без звезды Давида на аверсе. Ничего нету. Надпись Израиль. Такой вот подсвечник. Такая вот интересная монетка. Вот. 1/2. Материал медный никелевый сплав. Гурт у нас ребристый. Здесь семисвечник. Вот. Такая вот прекрасная монетка. Кому интересно, можете заказать меня в коллекции. Тебе в коллекцию, меня в группе. Ну что ж, на этом будем заканчивать наше короткое видео. Всем, кто не подписался, подписываемся. Клацаем колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео с монетками. Также буду. Скоро у меня появится с царизмом. Буду выставлять на продажу царизм. Распродаю полностью свою коллекцию. Вот. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.